8 мая состоялось долгожданное знакомство «Оранжевого утра» и телезрителей. Месяц назад компания «Владо был тур», кафе «Макинг» и «Шестой канал» объявили беспрецедентную акцию. Всем желающим абсолютно бесплатно посетить славный город Ярославль нужно было просто дозвониться в прямой эфир программы и разгадать музыкальный ребус. Справились с нашим заданием, поэтому две путевки в Ярославль уходят в ваши руки. Да. 8 мая вы отправляетесь вместе с нами. Вы справились и получаете билеты в наш оранжевый в автобус. Ранний подъем не проблема для поклонников «Оранжевого утра» и уж тем более для его ведущих. Имитация прямого эфира началась прямо в автобусе, где за приз схлестнулись сборные команды Марии Рыбаковой и Ирины Сергеевой. Доброе утро, Владимир! Доброе утро, друзья! Мы едем в Ярославль! Победителей наградили практически в Ярославле. Ведь с «Оранжевым утром» время летит незаметно. А не рано, Маш? Маш, планетарий, ты вот он, вот, смотри, вот, вот. У нас есть зрители, вот они, посмотрите, вот тоже. Сейчас, буквально через 30 минут, мы отправимся в планетарий. Планетарий, сказали, очень хороший, интересный. Следует отметить, планетарий в Ярославле наши победители посетили в первый раз. Опыт незабываемый, прежде всего, для главных героев праздника – детей. Умных, находчивых, юморных малышей, родители которых победили в акции «Оранжевый автобус». Привет, ты звезда? Звезда. Если бы у тебя была возможность, например, стать космонавтом и отправиться куда-то, да, во Вселенной, куда бы, на какую планету ты бы полетел? Самый привлекательный. На Юпитер. Все-таки Юпитер. А какая у тебя любимая планета? У меня Земля. А если бы ты открыл вот свою новую какую-то планету, сегодня у тебя будет такая возможность, какое бы ты ей имя дал? Серега. Такая красивая, красивая фреска, картинка. Ты знаешь, кто это на ней изображен? Да. Кто это? Юрий Гагарин. Ну, не совсем, это Юрий Гагарин. Как ты думаешь, кто это? Валентина. А думал? Юрий Гагарин. Знаешь, кто там сзади изображен? Да. Кто это? Терешкова. Слава богу. Ура! Ну что ж, по-моему, все довольны. А мы благодарим обсерваторию Центра имени Валентины Терешковой за удивительное путешествие к звездам. Второй пункт нашего приключения – обзорная экскурсия по Ярославлю. Ну что ж, вот и наступило время для того, чтобы размяться. Мы уже посетили планетарий, вкусно отобедали, спасибо, кафе «Макинг». А сейчас у нас пешеходная экскурсия. 40 увлекающихся историй посетили культурный центр и самые популярные места гостеприимного города, что дало возможность сделать сотни селфи и обогатить социальные сети потрясающими фото. А как же прогулка на катере, скажете вы? Мы же обещали? Обещали? Сделаем. Час променада по Волге в сопровождении чаек и проходящих грузовых барж надолго запомнится и взрослым, и юным участникам «Оранжевого автобуса». Строительство моста началось в 1910 году. Работы планировалось закончить через 2 года, но в 1912 году, когда мост был уже почти достроен, рухнул один из пролетов. И самое главное, эта поездка дала уверенную надежду на то, что путешествие будет не последним. Спасибо!